Программное обеспечение Lego Basic с модулем «Живая картина». «Живая картина» — это отрисованная 2D-карта с точками интересов. Она позволяет подробно рассказать о достопримечательностях. Программное обеспечение доступно в вертикальной и горизонтальной ориентациях. На главном экране располагаются виджеты с датой, прогнозом погоды и логотипом, меню с категориями, брендированный фон, карта достопримечательностей, функция «Безопасный сайт» и экскурсионные маршруты. Текстово-графический блок с описанием парка можно дополнить фото и видеоконтентом. В разделе «Достопримечательности» находится функция «Безопасный сайт» с возможностью перехода на веб-страницу клиента. Обратите внимание, что сайт должен быть адаптирован под мобильную версию. В разделе «Живая картина» находится отрисованная карта с точками интересов. Она масштабируется и перемещается жестами или кнопками на экране. Экран состоит из двух блоков: условные обозначения и карта. На карте находятся точки интересов. При нажатии на них открывается описание и галерея. Фотографии переключаются при помощи жестов или нажатием на стрелки. Изображение можно масштабировать. В разделе «Контакты» находятся телефон, дирекция и администрация, адрес. Модуль разработан согласно ГОСТу и имеет дополнительные возможности для людей с ограниченными возможностями, такими как форма обратной связи, опустить экран ниже, экраны лупа, и изменение шрифта с фоном.